Детский церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм. Все это пороки развития, из-за которых, считают многие, человек обречен на одиночество и невозможность жить полноценной жизнью. Многие с такими диагнозами редко когда выходят за пределы своего дома и остаются изолированными от внешнего мира. Чтобы помочь детям и взрослым с такими особенностями в развитии социализироваться, различные общественные фонды организуют реабилитационные центры. Так, например, в Центре независимой жизни равенства, который был создан в начале этого года и где созданы специальные трехмесячные программы. Два месяца было уделено только вот навыкам самообслуживания, навыкам коммуникации и так далее. Третий месяц мы решили посвятить, обучить их хотя бы азам грамотности. Вот сейчас они учатся читать, писать, слагать. Они даже не знают вот, цифры, да, вот как они выглядят. Не умеют считать деньги, не умеют делать какие-то покупки. Вот они ходят в магазин, сейчас вот сами покупают что-то. Сейчас в этом центре ежедневно обучается около 10 человек в возрасте от 18 до 35 лет с диагнозом ДЦП. Центр сейчас на круглосуточное обучение может принять только 4 человека. Но в дневное время здесь может учиться гораздо больше людей с ОВЗ. Сегодня воспитанники продемонстрировали навыки приготовления еды. Меньше чем за час было приготовлено несколько видов пиццы. К слову, работники этого центра также люди с ограниченными возможностями здоровья. Я сама инвалид. Такие, как я, часто не могут себя нормально обслуживать. Мы здесь адаптируем Ловск к полноценной жизни. Я тоже, когда сюда пришла, ничего не знала. А сейчас работаю администратором. Два месяца мы учили пришедших самообслуживанию. Теперь в мае учим готовить еду. По словам работников общественного фонда, 80% людей с ограниченными возможностями здоровья остаются неграмотными и беспомощными, так как многие не имеют доступа в общеобразовательные школы. Образование таких людей должно быть инклюзивным. Многие и не понимают, что такое инклюзия. Да? Они считают, что поместил ребенка с инвалидностью в школу, и это считается школой инклюзивной. На самом деле это просто интеграция. А инклюзия – это когда, это не только пандусы созданные там. Инклюзия – это когда есть специальная программа обучающая, есть учителя обученные, есть помощники, которые помогают учителю, есть доступная физическая среда в той школе, пандусы те же туалетные кабины и так далее, да. Казакунова отметила, что было большой проблемой найти дом для обучения ЛВЗ. В итоге, после долгих поисков, дом был найден. И сейчас центр располагается в жилмассиве «Энтемак» по улице Босбулток 1. Если людям с ДЦП необходимо помочь приспособиться к жизни, то людям с аутизмом надо научиться понимать происходящее вокруг. Общественное объединение родителей детей с аутизмом «Рука в руке» – одно из немногих в стране, которое оказывает абилитационные услуги детям с аутизмом. Объединение создано по инициативе родителей, и вся его деятельность держится на реализации различных проектов или пожертвований частных лиц и бизнеса. Назгуль Султаналиева работает в этом объединении. Она сама мама особенного ребенка. Сейчас ее сыну 15 лет. По словам Назгуль, когда стали заметны особенности развития малыша, еще никто не знал об этой болезни. Обращения к врачам только ухудшали состояние ребенка. Прямо вот истерики его усугублялись, потому что от него требовали, но ничем не поощряли, не подкрепляли никак. То есть от него только требовали, и у него поведение от этих требований ухудшалось. Потому что ему было сложно. Да, ему было очень сложно. Он не мог понять, что от него хотят. Потому что, ну, это вообще он не понимает. Мы пришли в этот центр, когда ему было 6 лет, и у нас в этот день перестали истерики быть. Сразу. Да, да, сразу же в этот день. Потому что когда у него были звуки, но они такие непроизвольные. И когда ему сказали, скажи «а», и дали конфетку, и он сказал «а». Я никакой логопед-дефектолог не мог этого добиться. Истерики у аутистов – явление довольно частое. У ребенка с аутизмом могут быть трудности с коммуникацией, общением, отсутствие или задержка речи. Аутисты не проявляют интереса ни к чему новому. Да что за это такое, а? Да, кончится! Все эти признаки начинают проявляться в возрасте до 3 лет. А истерики – это реакция на непонятные для ребенка требования. Каждого ребенка при поступлении в центр тестируют по специальной форме, где определяется, что он умеет делать. По результатам подбирается индивидуальная программа развития.
допустим, у меня есть ученик Абдусамат, он пришел в сентябре, и он не говорил никак, не коммуницировал, он только тянул за руку, кричал, а сейчас у него очень хорошие результаты, потому что у него как бы задаток есть, у него есть потенциал, у него нет умственной отсталости, у него просто вот задержка в развитии была, хотя ему 8 лет, и за промежуток вот буквально полгода он уже по категориям сортирует, уже знает много слов, у него в запасе уже более 200 слов. У нас некому ставить диагностику, у нас мы здесь в центре ставим, у нас есть международный диагностический инструментарий, ADOS IDR, наши специалисты обучены, мы ставим, проверяем детей на аутизм, но проблема в том, что мы их все равно направляем в РЦПЗ, Республиканский центр психического здоровья, они должны подтвердить, для того, чтобы МСЭК им дала какие-то там заключения и пособия, признала это. Сейчас официально в нашей стране зарегистрировано 640 детей с аутизмом. По данным Всемирной организации здравоохранения, 1 из 160 детей в мире страдает аутизмом. Елисей Кирпиченко, Джанарбек Дугдурбекулу, НТС.